Я хочу представить это дирижер замначальника ансамбля Александрова, заслуженный артист России Вячеслав Уманец, художественный руководитель Владимир Вацура. Аплодисменты! Бегут олени и синеют сплошные пни. А на десятой параллели в это время цветут сады. А нам не страшен ни балди, ни даты, ни холод лишней мерзоты. Лишь мы, ребята, лишь мы, ребята, семидесятой широты. Лишь мы, ребята, лишь мы, ребята, семидесятой широты. Пусть метели бушуют рядом, надо будет растопить ты. А нам не страшен ни волки, ни лады, ни холод вечной мерзоты. Лишь мы, ребята, лишь мы, ребята, семидесятой широты. Лишь мы, ребята, лишь мы, ребята, семидесятой широты. Мы продолжим пути дороги на законах своей мечты. А нам не страшен ни балдиады, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы, ребята, ведь мы, ребята, семидесятой широты. Ведь мы, ребята, ведь мы, ребята, семидесятой широты. Группа Александров Парк. А следующая песня называется «Звездопад». Это прекрасная песня, которую написала Александра Пахмутова в содружестве со своим мужем Николаем Добронравовым. Thank you.
Спасибо огромное. Следующая песня, вы ее прекрасно знаете, она называется «Потому что мы пилоты». Девушки потом.
красивый причал. Потому что мы пилоты, небо наш, ради вдох. Первым делом самолеты. Ну а девушки, для вас поют солисты эстрадной группы Александра Парк, Дмитрий Волков и Ирина Болотина.
Дмитрий Волков. Вячеслав Умнец. Ну и закончить нашу программу небольшую мы хотели бы очень известной всем песней. Давайте похлопаем все вместе. Александров парк академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. Да, Слава, спасибо большое. Поиграй, пожалуйста, потому что я просто обязан представить каждого участника эстрадной группы. Итак, дорогие друзья, Алина Насуленко, сопрано. Ксения Росомахина, сопрано. Екатерина Семенова, меццо-сопрано. Ирина Болотина, альт. Александр Яновских, тенор. Виктор Сапронин, тенор. Музыкальный руководитель, бас, Дмитрий Волков. Дирижер эстрадной группы, заместитель начальника ансамбля Александрова, заслуженный артист России Вячеслав Умнец.